Нефчи вар, Сабах вар, Габеля вар. Эр команда яхши команда. Ама лазым де беля команда, еще 5 тана минимум, 6 тана команда беляды. Биз ойнырух борда рахат 5 тана 6 тана бурух. Сора Европа гелир, Фрайбург, Бавария да ойныр, биз гелир ура Фрайбург да ойныр, бираз чатынды. Да, это фраза, как она стала такая трендом, стала везде, я не знаю. Я думаю, меня в Азербайджане, может, меня в лицо не узнают люди на улицах, там все, ну, все, да, но именно вот и по имени, когда они говорят Шахрудин, они сразу говорят, не Сен-Сен, поэтому такой тренд. Ну, этот эпизод с хорошим воспринимают, я там сделал сейв, и комментатор сказал Шахрудин, не Сен-Сен, поэтому... Как тренд стал, да, не знаю, когда это закончится. Иншалла не закончится, чтобы я постараюсь в дальнейшем еще лучше играть, чтобы не закончился тренд. Это как этот страшный сон. Ошибка матча с Викторией – это большой урок для меня. И сейчас думаю о том, зачем я туда вышел. Я скажу, что я просто хотел команде помочь, да. Я знал, что там есть большой, высокий, у них нападающий 2 метра ростом. Я просто хотел помочь команде. И, ну, так случилось, да. Если бы меня спросили бы, пошел бы я сейчас вернуться назад и пошел бы я еще раз, нет, не пошел бы, я остался бы в воротах и стоял бы, и все. Это ошибка обидная очень, которую можно было не совершать. Когда при встрече с президентом, я думал, все здоровались, он со всеми здоровался. Он причем очень много знает о нас, о всех, очень много. Даже мы удивлялись, он про моменты в игре говорил о каких-то качествах. Видно, что он переживает за нас, следит за футболом. И он мне говорил про то, что типа ты очень смелый вратарь, ты очень смело выходишь из ворот. Поэтому этот, как его... Такие вещи, когда тебе президент страны за тобой наблюдает, за тобой смотрит, они, конечно, они тебе дают больше мотивации, больше желания. И вот это то, что президент в тот день так говорил со мной, такие приятные слова говорил, это только дало мне мотивацию стать сильнее. Да? Я думаю, что с каждым годом я буду еще сильнее. Сейчас в этом в мировом футболе вратарь – это уже не просто вратарь. Да? Он должен, раньше ты вратарь стоял в воротах, должен был мячи отбивать, и все, у тебя никакой больше задачи не было. Сейчас вратарь должен, он и атаки начинать, должен играть ногами. И это большой риск, потому что сзади тебя никого нету. Ты последний там. Ты ошибку сделал, все, это гол. Дохсан файс гол ты. Но если ты не берешь на себя ответственность это делать, если ты не стараешься, это же не делаешь ты, потому что ты так хочешь. Ты делаешь это потому, что стараешься помочь команде. Если ты эту ответственность на себя не берешь, то ты никогда не будешь прибавлять. Ну, если тогда Амина и это Лука ошибки говорит, что это как Шахрудин, тогда надо в мире, когда Тер Штеген ошибается, выходит, когда Куртуа ошибается, выходит, тоже надо всегда говорить Шахрудин. Я думаю, это неправильно. Самое удобное – это встать у себя там в воротах, 7 метров, охранять эти ворота, и никто не скажет, а он вышел туда, вышел сюда. Ну, это, знаете, есть такая фраза о том, что каждый думает в меру своей испорченности, знаете. В тот момент, когда я выставлял этот туда, как просто самое главное, на азербайджанском будет петух догуз, да? Догуз? Хорус. Вот, просто самое главное, что надо было там написать «хорус», а не выставлять петуха. Я забыл, что в Азербайджане слово «петух», оно не с животным этот ассоциируется. Я не думаю, что моя потеря как-то сказывалась в этих играх, потому что там Лука хорошо сыграл обе игры, а то, что пенальти там, это не показатель. Для меня никогда не был показатель пенальти для вратаря, потому что там это более такая... психологическая работа. Про Курбан Малима, я думаю,
Я не знаю, даже так слов не бывает, да, что-то говорить о Ходжа. О нем можно как о человеке очень много хорошего говорить. Как о тренере, я думаю, результаты нашей команды, да, говорят. Вот у меня много есть ребят знакомых, которые в России играют. И вот они меня все время спрашивают, как можно в таком чемпионате, когда у вас там 10 команд, нету никакой конкуренции, вы на таком высоком уровне уже 10 лет держитесь. Я говорю, что это работа Ходжа. Нефчивар, Сабахвар, Гебелевар. Эр команда, яхши команда. Ама лазим де беля команда, еще 5 тана минимум, 6 тана команда беляда. Чтобы эр ойон бираз бэрк ойон олазах. О, чехэфта эвэл биз ойнях нефчи команда. О, супер ойонды. Азеркешлерге гэлди, хамы интерес вар бу ойнда. Ойнда да гюляш вар, беля-беля. Если her hafta sen bile oyun oynarsan, orada уже sen kada gidersen Avrupa'ya, sen rahat oynarsan sen. Ama biz oynuyoruz burada rahat 5'ine 6'ına vuruyoruz. Sonra Avrupa'ya gelir, Freiburg, Bavaria'da oynar, biz gelir oraya Freiburg'da oynar, biraz çatındı. Как болельщики хотят сильно. Поверьте, мы еще сильнее хотим. Столько, сколько мы этот год работали, сколько было травм, сколько мы тренировались, мы очень сильно хотели. Каждый думает, что легко там трансфер сделать, заплатите деньги там, но они не хотят. Ну, никто не хочет туда ехать, в Азербайджан. Только из-за того, что в Еврокубках играть, я не знаю, они видят полгода Еврокубки, а вот Карабах полгода играет в Еврокубках. А дальше что мы будем делать, играть в этом чемпионате? Только полтора месяца прошло, да, после операции. Еще мало времени, да, для того, чтобы начинать тренировки. Я очень сильно хочу помочь сборной, но я не буду в форме, да, той форме, в которой я буду находиться к тому моменту, я сборной не нужен.